Штрафы сразу за несколько видов нарушений правил дорожного движения могут вырасти в разы. В ближайший понедельник Комитет по конституционному законодательству Госдумы одобрит к первому чтению сразу два законопроекта. Наказание за слишком темные стекла авто предлагают поднять с 500 рублей до 1500. За повторные нарушения будут наказывать и вовсе на 5000 рублей. Кроме того, ко второму чтению будут подготовлены поправки об увеличении штрафов за проезд железнодорожных путей вопреки запрещающим сигналам. Это хотят приравнять к выезду на встречную полосу. За езду без прав предлагают наказывать за первый раз на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Сейчас это нарушение обходится в 500.